В Башкортостане могут запретить продажу энергетических напитков детям. Проект соответствующего закона рассмотрят депутаты Госсобрания Республики на ближайшем заседании. Распространение энергетиков планируют ограничить в детских, медицинских, спортивных и образовательных учреждениях, а также в местах массового скопления молодежи. Инициатива направлена на защиту здоровья подрастающего поколения, так как, по мнению законодателей, подростки не контролируют суточную дозу напитка и наносят вред своему здоровью, а именно сердечно-сосудистой системе. По статистике основными потребителями таких напитков являются подростки, которые беспрепятственно их покупают, не контролируя суточную дозу. Доказано, что чрезмерное употребление тонизирующих напитков наносит организму вред. Если инициатива о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним будет принята, депутаты региона займутся законопроектом, устанавливающим ответственность за его нарушение. Подобное ограничение сегодня действует в 40 регионах России.